Talks. Junior здесь. Джон, темперамент улиц. Ай. Какой-то парень поет, что я чудо хату чекую. Но я расскажу вам историю другую. Сказку злую про бабу крутую, немного тупую, зато я шикую. Короче, познакомился с ней в местном баре. Они с подружками ее новую машину обмывали, бухали, угорали, и мы к ней припали, телетели, троллевали, телефон, короче, взяли. На следующий вечер к ней позвонил, стрелу забил, в кино пригласил, там замутил, слюнки погонял, на уши припал, домой проводил, спокойной ночи пожелал. Через день звонит, кричит: у меня сегодня днюха, приходи, будет нормальная движуха. Я приоделся, себя надухарил, цветочки купил и на днюху свалил. Приехал в кабак, он уже пьяный. Кричит: поехали со мной ко мне домой. Мы прыгнули в тачку, она дальше бухать. И так между делом у меня большая кровать. Конечно, я был слышать это рад, и всю ночь было слышно только: я чё-то верчу, я чё-то хочу, я чё-то кручу, то хочу, то не хочу. Я чё-то верчу, я чё-то хочу, я чё-то кручу, то хочу, то не хочу. Да. Короче, задвигался с ней по полной программе. Она показала меня своей маме. У нее, кстати, аж три хаммер, и хата здоровая, полна камер. Махабат конкретный у нас развязался. Я чисто Армани и Диор одевался. С ней везде катался, за рулем понтовался. Почему понтовался? Я же казах, а казах без понтов, беспонтовый казах. Я ходил даже в крутых трусах. Прикиньте, казах в золотых трусах. Вот это да, вот это а. Она покупала все, что захочу. Это хочу и это хочу. Сам про чаек пою и чайкую. Просто где я найду еще бабу такую? Я чё-то верчу, я чё-то хочу, я чё-то кручу, то хочу, то не хочу. Я чё-то верчу, я чё-то хочу, я чё-то кручу, то хочу, то не хочу. Эти двое встречались примерно полгода, и как обычно, на небе для них меняется погода. Осень, она стала запрещать общаться с пацанами. Потом он разонравился ее маме. Они стали друг на друга ругаться плохими словами, кидаться кулаками, отбиваться ногами. Короче, то, что было когда-то, осталось вдалеке. И все прошлые мечты поплыли по реке. Было немало слез, то нудных глупых идей. Потом ложь, истерики, разнимая людей. В итоге он бросил ее и нашел другую. И она закатила ему сцену такую. Я расстроена, я удивлена. Нет, не прогоняй меня, я не птина. Объясни мне, чем лучше меня. На ответы жду я и не уйду я. Почему ты со мной так поступил? А говорил, что любил, ты все забыл. Дарил цветы, каждый день звонил. Просравлю свою любовь, весь время твердил. Что ты там шептал, я у тебя одна. И не будет больше никого никогда. Что ты там лечил, что ты меня одну искал. Ты все время мне врал и в душу мне насрал. Я чё-то верчу, я чё-то хочу, я чё-то кручу, то хочу, то не хочу. Я чё-то верчу, я чё-то хочу, я чё-то кручу, то хочу, то не хочу. Я чё-то верчу, я чё-то хочу, я